Последним в календарном году туре чемпионата России среди команд Суперлиги состоялось так называемое «Волжское дерби» «Старт Волга». Предновогодний матч вызвал повышенный интерес. Из Ульяновска прибыл автобус с болельщиками, среди которых были жены и дети некоторых игроков. Нижегородцы тоже дружно поддерживали свою команду. Старт быстро повели в счете, реализовав первый же угловой. Кирилл Петровский подкараулил отскок и сравнял счет 1-1. Но буквально спустя минуту Юрий Иванчиков выводит идеально мяч на Илью Насекина. Тот принимает Малинова, убегает, обыгрывает вратаря и забивает. Стартовцы усилиями Каткова и Насекина зарабатывают еще два 12-метровых подряд. Дмитрий Черных реализовывает пенальти 3-1. Дебют второго тайма, вернее его середина, остались за Волгой. Получилось так, что за 10 минут ульяновцы забили три мяча. А вот концовка встречи получилась валидольной. Старт пошел вперед, нагнетая обстановку ворот Волги. И вот на 81-й минуте после отскока капитан команды Денис Катков нанес точный удар с довольно острого угла. Но в итоге 4-4 на табло. Как говорится, боевая ничья под Новый год. Хоккеисты обеих команд тепло поприветствовали болельщиков. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, всех любителей хоккея. Здоровья всем, удачи. По игре первый тайм по ветру мы играли, такой небольшой ветерок был. Вроде момент создавали, но реализовать не получилось не все, к сожалению. И второй тайм тоже уже против ветра мы играли. Нам очень трудно пришлось. Но ребята все равно молодцы. Старались до конца, играли. Хотели выиграть, но не получилось. Думаю, ничья такой закономерный, наверное, итог этого года. Поэтому надо двигаться дальше. Свой следующий матч уже в новом 2020 году «Старт» проведет 8 января в Архангельске против «Водника». Артемий Катков, время новостей.